гражданский митинг протеста против убийств, совершаемых на территории Украины. Это сегодня у нас не политическое мероприятие. Сегодня у нас гражданский митинг, именно гражданский. И сюда приглашены все граждане. Остановить кровопролитную войну, которая сегодня ведется на Украине. Мнение о том, что нет гражданской войны на святой земле Украины. Сегодня там каждый день гибнут люди. И мы требуем от того, чтобы Петр Порошенко сегодня остановил вот то, что называется гражданской войной. Сегодня на Украине еще есть шанс. Шанс остановить эти реки, реки крови, которые текут в юго-восточных регионах Украины. Я уверен, что вновь избранный президент, которого сегодня инаугурация, просто обязан остановить эту антитеррористическую операцию. Сегодня убивают людей только за то, что они хотят говорить на родном языке. Бомбят мирные города только за то, что они не приветствуют бандеровские флаги. Это все происходит под громкое рукоплескание так называемых цивилизованных государств. Мы не позволим возродиться фашизму. Мы не позволим убивать наших братьев. Россия сделает все, чтобы остановить эту братоубийственную войну. Я сегодня пришла сюда выразить свою позицию от лица всех матерей Тульской области. Я мама 6 детей. У меня дети от 15 и младшему сыну год. И мне особенно больно смотреть и видеть в репортажах с Украины глаза детей, которые страдают от действий сегодняшней украинской власти. Сегодняшняя власть на Украине уничтожает свое будущее. И мы, матери Тульской области, очень переживаем за матерей Украины и призываем действующую власть на Украине остановить кровопролитную войну, защитить детей, прекратить те действия, которые они ведут сейчас в отношении своих жителей. Мы, матери Тульской области, просим открыть гуманитарный коридор, разрешить ввоз гуманитарной помощи. Положите конец этой войне! Возродите свою землю! Такая наша маленькая планета! Так коротко мы живем на этой земле! Мы должны дорожить своей землей, своей планетой, своей жизнью. Мы должны сделать все во имя созидания, духовности, нравственности. И я призываю всех этих политиков украинских, возьмитесь за голову, взгляните трезво на жизнь. Нельзя быть убийцами. Нет войне на Украине. За мир во всем мире. Еще раз скажите, пожалуйста, вы всех нас поддерживаете. Спасибо. Мы отпускаем в небо сотни белых шаров, как символ мира, добра и согласия. Спасибо всем, кто пришел на этот митинг. Спасибо, друзья. Вы поддерживаете наших братьев на Украине.